Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 марта. Память преподобной Домнины. Преподобная Дева Домнина подвязалась в Сирии. Живя в палатке, ею самой устроенной, в саду при доме ее матери, она непрестанно истощала слезы, питалась только чечевицей, смоченной водою. И каждое утро и вечер ходила в храм Божий для молитвы, покрытая с головы до колен покрывалом, чтобы никто не видел ее лицо. Она скончалась в мире между 450 и 460 годами. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.